Здравствуйте, я снимала вам сегодня видео в гостях в Одноклассниках в Торг 666. Знаете, там все торговцы спали, и у меня возник интерес, что же будет, когда они проснутся. Я дождалась. Они проснулись! Вы знаете, я только что зашла и быстренько вышла, и решила, пойдем вместе. Зайдя сюда, я почувствовала себя такой маленькой на каком-то там, скажем, первом уровне. Честное слово, я случайно класла на какого-то там торговца, а у меня опять не хватает лимита. Во, мой лимит очень-очень маленький. Ну, тут мне еще хватает. Ну, и тут мне хватает. Ну, в основном тут рассчитан весь торговый ряд на большие уровни, на очень большие. Нет, я не спорю, торговля само собой интересная, но, ох, ничего себе камней, за 10 тысяч травы никогда не дам, никогда не дам, наверное, я жадная. О, этот кефирчик я уже видела. Да, не, ну я лимит, конечно, даже не планирую повышать. Я всегда считала, что мне хватает. Ну, до сегодняшнего дня. Ну, наверное, так уровень качает, скорее всего. Потому что, ну, столько коллекций. Ну, дамская, можно понять. Ну, и это можно понять. В принципе. Не, ну, интересный, конечно, торговец. Ага, еще и не все торгуют. А рога мне не нужны тоже. За молоко. Это ж сколько молока за 100 рогов. Ого-го-го-го. Это ж молочная. Молочные реки и кисельные берега. А это осенняя за 1000. Ну да. Ну да. Ну, каждый торгует как может. У меня хоть малина скопилась, я хоть здесь увидела. В принципе, это ненадолго. Ага, а зато овощные комплексы у него спят. О, собрал уже все. Но кролики-то так и не появились. Где кролики, спрашивается? А кроликов нет. И заводы, кстати, спят. Видите, если завод не спит, с него идет дымок. Пекарни спят, все спит. Не спит только то, что вот видите, цветное. Ну и торговцы частично не спят, а частично дремлют. Так что у кого есть много чего-то, много коллекций, а вы хотите себе комплекс, добро пожаловать в Торг 666. 6000 малины за пекарню. Не, ну мне хорошо, конечно, но мне на моем уровне уже ничего такого не надо. Малину, ну, малину я благополучно меняю у себя в торговце. Вот такая вот у нас получилась в двух частях и интересная. Гостевое видео. И на этом все. Пока.